Куан, я внутри. Понял, Ади. Надо ускориться. Кто знает, что Кастильо творит с Кларой. Спокойно, не забывай, что тут повсюду рыщут элитные убийцы. И униформа тебе не поможет. А если тебя обнаружат, Кларе конец. Верно. Спокойно, Дани. Я с тобой. Блин, Клара. Где же ты? Спецназ. Подмоги не ждите. Ясно. Грасиас. Камеру надо убрать. Подмоги не будет, командир. Хватит глазеть. Сядь. Дани, садись.
У мамы было правило не лгать за столом. Скажу тебе правду. У меня острый лейкоз. Я узнал 13 лет назад. Был один врач. Обещал мне то, что всем нам так нужно. Время. Но этого было мало. Да, Диего? Папа, я не хочу это слушать. Нужна была страховка. Но я терпеть не мог детей. Мария же умела убеждать. И вот ты со мной, Михо. Тебе уже 13. Что было дальше, Диего? Вивира не сработал. Когда? Полгода назад. Мимас Саньеда Кандаленсиас. Не лгать за столом! Я умру, но он доведет дело до конца. Верно? Правда или ложь? Всегда правда. Ты просто чудовище. А вот это правда. Дани, следи за моими движениями. Я взял в плен Клару и думал, что победил. Если бы не сын, я бы никогда не увидел очевидного. Это ты, Либертад. Я повстанец. Не лгать за столом! Ты легенда, о тебе все говорят. Ну же. Ты их надежда. И станешь моей надеждой. Ты шутишь, да? Ты не понимаешь. Сказал же, уходи. Все из-за тебя. Я пощажу ее, если ты станешь моим генералом. Ты будешь моей легендой. Моим, Дани Рохасом! Почему ты так жаждешь разделить нас? Истинные, ложные. Мы все яранцы, блин. Позволь нам самим делать выбор. Ты просто умирающий старик. Бедный мальчик. Твой разум отравлен его ядом. Не вижу Антона. Стреляю в мальчишку. Хуан! С кем ты говоришь? Все, я стреляю. Хуан, нет! Диего! Сюда! Давай! Давай, пригнись! Я попал в него, Дани. Хуан! Клара ранена! Нет! Дани, ну что там? Мертва. Хуан! Дани! Кома мирдас! Ведь же, Хуан! Эйхо де пута!
Ванда, возьми ты трубку, сука! Черт! А! Остров теперь наш. Я жду тебя во дворе. Я сейчас. Подкрепление нам тут ни к чему. Случилось, Дани? Мы не договаривались стрелять в парня. А тебе не плевать на этого богатенького мукосо? Ты думаешь, я кретин? Тебе насрать на мальчишку. Ты не хочешь, чтобы все закончилось. Мы были близки к цели. Он такого не заслужил. А я говорил, что ты станешь таким. Подсядешь и не слезешь, как я. Я не такой, как ты. Пока что. Клара мертва, но у нас есть гнездо орла. Отсюда начнем наступление на столицу. О чем ты говоришь? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Хочешь или нет, теперь ты хефа либертат. Так что или уходи сейчас,
или веди нас к победе! Мы не договаривались стрелять в парня. Куда это ты? Закончить дело Клары! Клара об этом мечтала. Когда мы познакомились, я хотел свалить из Яры. Но она рассказала мне, за что мы воюем, объяснила очень доступно. И воевать вместе с вами – это круто. Правда круто. У меня есть вы, у вас я, типа того. Старые или молодые – да пофиг. Я люблю вас всех. Чему я все это? Мы победим. Я обещаю. Черт, ну ты прям оратор. Ага. Вау. Дани, Клара была хороша. Но мы примкнули к Либертат не просто так. Мы с тобой, Хефе. Пора вернуть свою страну. Дани. Слава Либертат. Вива Либертат. Мы любим тебя! Мы с тобой, Дани. Выглядишь ты дерьмово. Как твое отражение, да? Отдохни, Кампай. Будешь легендой завтра. Сеньор Президенте, для вас тут слишком опасно. Либертат окружает столицу. Нужно, чтобы отсюда был виден закат. Си, сеньор Президенте. Яранцы должны видеть горизонт на каждом перекрестке. Корабли уже наготове. Если сейчас отплывем, вы из Диего... Стиль здесь неправильный. Нужен Перейра, не Ван Ален. В Эсперансе не место арт-деко, которым отец был одержим. Вы все подмечаете, сеньор Президенте. Прошу, послушайте, отправьте хоть мальчика. Хватит! Ну как же так? Разве не видно? Давай займемся площадью. Добавим модернизма, как у Женаре. Что ж, Дани, погнали. Сучий дождь. Ола, Дани, твоя слава тебя опережает. Хидани. Я слышу.
твою музыку. У меня от нее кровь из ушей идет, а твои слова – проблеск истины в этом хаосе. Оля. Ты голос революции. А ты еще что за хрен? Легенда 67-го. Я рифмовал слова еще до твоего рождения. Реально? Правда. Только я это... мне левое яичко. Что? Хорошо, что у меня их от рождения три. Охренеть, не встать. Брось, Фили! Это же просто слово! Нет, па, ты не понимаешь... Хватит нести чушь. Ты можешь сделать для меня Супрема? Конечно, без проблем. Назову его Лаэспада. Как оригинально. Маленький, но злобный. Будет кидаться кинжалами и вонять, как кобыла. У тебя есть хоть один друг? Знаешь, почему я помогал Кларе? Она знала, как быть. Она не была похожа на меня. В мире слишком много Хуанов, слишком много Антонов и, возможно, слишком много Дани. А таких, как Клара, всегда не хватает. Ну что, Дани, готов развалить страну? Наслаждайся каждым ее мигом, Дани. Я вспомнил, как Клара в похожих обстоятельствах заявила, что мне место в супермаркете у Янки. Да она просто шутила, Дани. Она прекрасно знала, кто ты. Еще она сказала, что не успеет увидеть новую Яру. Клара делала все осознанно и понимала, на что именно идет. Тут должна быть она, а не я, Хуан. Нормально, что ты по ней скучаешь. Только не утони в этой тоске. Захватим Эсперансу ради Клары. Вива Либертад! Слава Либертад, мать ее! Глянь, какая красота! Ха-ха, просто прекрасно! Загостились. Эй, не кради мои реплики. Что такое? Эй!
Пришло время говорить правду. Алло? Слышу тебя, Елена. Мы зачистили периметр. Мораль вас прикроют. Либертад чертовски благодарны. Наш Ханрон сейчас была бы в восторге. Выходим на битву. Да, выходим. Дани, ты как там? Готов ко всему, фартовая. Никогда бы не подумала, что дважды буду штурмовать столицу. Дани, это будет хаос. Что и представить сложно. Но запомни этот момент. Мы... Если тебе все-таки удастся добраться до башни, помни, что война закончится. Когда все будут свободны. Си, хефе, си. Ай, черт! Конья, это так! Черт! Эспада, что происходит? Тут авиация Антона! Повсюду чертовы вертолеты! Не высовывайся, я скоро буду! Грасис! Конью, вот они опять летят! Внимание! Дани, пришел тебя проблема, Дани? Пауло! Да, все в норме, фартовая! Нам нужно добраться до Торо де Леон! Займи позицию повыше. Фартовая, прикрой его. Надо продвинуться дальше. Если вас зовут Антоном Кастильо, то вам хана. Ты вовремя, Дани! Охеренно! Слышал это, Кастильо? Колдуй дальше, Филли!
я добрался до башни. До логова сраного льва. Пора его завалить. Тут тихо. Мы солдаты поняли, что пора бежать. Остались только фанатики. Осторожно, Дани, его защищают лучшие из лучших. Да похер. Антон загнан в угол. Он способен на все. Готовься. Хуан, остынь. Пришло время. Хватит урока. Си-си, уже выпускной. Увидимся с тобой наверху. Закопай его, амиго. Вперед! Ясно!
Тебе не уйти! Кастильо наверху. Меняю позицию! Тысячи трупов. Мой город в огне. Ты разрушил мечту о рае. Я и мой сын — это все, что отделяет тебя от власти. Я не диктатор. Ложь. Ты не Клара. Яра горит, а выборы никак не потушат пожары. Мне было столько же, когда повстанцы убили моего отца. Не думал, что тебе придется пережить то же самое. Прости, Диего. Ты мой лев. Я делал все возможное, чтобы ты стал сильнее. Ты не убьешь его! Он все равно умрет! Последний урок, Михо. В жизни лишь одна вещь всегда будет истинна. Ты знаешь, какая? Смерть. Си. Защити его от своих друзей. От чудовищ. Хорошо. Обещаю. Ложь. Диего! Нет! Все будет хорошо. Не шевелись, Чамако. Все хорошо, Дани. Молчи. Чувствуешь? Это запах победы, мать ее! Твою мать, Хуан, он ранил Диего. Ты это серьезно? Забудь про пацана, Дани! Пошел ты, он умирает. Пуля задела сердце, Дани. Он еще дышит? Портовая, не знаю. Много крови. Не двигайся, Дани, мы идем. Ну уже, Диего, не умирай, Чамако. Все хорошо. Все хорошо, Дани. Тебе повезло. Нет, нет. Отойди! Фартовая, ну что? Чш. Не хотела это говорить, но что нам теперь делать? Яре нужен лидер, пока мы сидим без выборов.
Лишь одному из нас я доверяю. Не говори, что себе. Яра твоя, Дани. Ло сьенто. Нет, не моя. Я не политик. В этом шарила Клара. Может, ты еще. Мы здесь лишь потому, что не ждали, пока кто-нибудь другой решит за нас все наши проблемы. Когда тирания – закон, революция – порядок. Ты куда это? Яра ваша. Не облажайтесь. Запавших героев. За ее Яру. Знаешь, Дани, выборов-то не будет. У Кастильо много друзей, которые этого не хотят. Хочешь поохотиться? Я как будто смотрю в зеркало. Если уж повстанет, то на всю жизнь. Я тебе рассказывал, как Сантос тайно отправил меня в Уганду, чтобы я украл для него сраную зебру. Да. Зебры жутко злые, но меня это не остановило, а раззадорило. Thank you.
Либертат благодарит за поддержку. У меня хорошие новости. Наш запас Вивиро утроен. Так жаль этого паренька, Кастильо. То, что устроил его папочка. Просто жесть. Трагедия. Знаешь, есть просто больные на голову люди. Ну, отбитые психи. Ну что, увидимся? О, в этом не сомневайся. Да. Еще не все, Асара. Слушай, Дани, Антон погиб, но его армия никуда не делась. Солдаты борются с нашим режимом, и будто каждую неделю появляются новые враги. Покой нам только снится. Тем и прекрасна революция, Дани. Она не заканчивается.